Месяц кропотливой работы – один из самых сложных и монотонных ее этапов – зачистка старой краски, признается Антон Климов. Подготовкой веранды к росписи художник занимался по вечерам и после работы. Было непросто, однако сдаваться он не привык. Итог превзошел все ожидания. Теперь на территории 6-го детсада вместо старой облупившейся веранды появился яркий сказочный домик. Там, где дерево, у них раньше висело, я надеюсь, обратно повесим, все-таки там баскетбольное было кольцо. Я так подумал... Ну, будет прикольно, они кидают мячики, это как будто бы колобки там за ними охотятся, леса. А дальше надо было как-то заполнять еще пространство, там подумал, вспомнил про всяких ежиков. Плюс у меня дочка любит мультик про муравьишку. Вот там есть листик, он летит, от березы оторвался. Эскизы Антон Климов придумывал, вдохновляясь любимыми мультфильмами дочери, оставляя в финальной версии те, которые вызывали у нее максимум положительных эмоций. Эскиз работы полностью нарисован в графическом планшете. Вообще, я сейчас осваиваю графический планшет, и как-то вот под это дело решил вот такой эскиз нарисовать в компьютере. Практически все нарисовано. В планшете. Ну, я как-то опирался, конечно, на мультики какие-то, на какие-то изображения, но все-таки сам перерисовывал. Здесь какого-то ТЗ-то не было, просто я, в принципе, нарисовал, что хотел на веранде. А так обычно что-то задают, какой-то коридор, в котором можно что-то подумать, попридумывать. Ранее Антон расписывал стену выписного холла роддома, а также трансформаторную будку на Некрасова. Неотъемлемый элемент любой его работы – вдохновение. С его помощью Антон Климов преображает городские пространства. Анна Пилипец, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.